15 января центры Российской Федерации охватило пламя и задымление в связи с крупным пожаром в Мытищах Московской области. По данным СМИ, огонь развернулся на площади около 600 квадратных метров. Как уточняет Next Alive, горят склады. Тем временем, по данным паблика, в Ростовской области прозвучали взрывы на одном из крупнейших химических предприятий Юга РФ. После начался пожар на госкомбинате «Каменский» в городе Каменске-Шахтинском. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину в РФ регулярно фиксируют возгорания тех или иных важных объектов, которые агрессор мог бы использовать в войне. К примеру, в декабре Росми сообщали о пожаре на заводе специализированных автомобилей.